хлопок. Давненько, давненько мы с вами не встречались. Чтобы с чего бы начать? Начать. Давненько мне не проходили письма. Вот письмо пришло из Украины, город Киев, славный город Киев. Был я в этом городе, вел передачу «Здоровенькі були». А когда еще был ребенком, смотрел «Тарапуньку» и «Штепселя». И они как раз здоровались, «Здоровенькі були». Так, что тут мне пришло? Обратный конверт пришел. Вот такое большое письмо. Так, ну что, письмо длинное. Его надо почитать более тщательно, вникнуть. Вникнуть про сухое голодание. Что именно человек делал, что там происходило и так далее. Следующее письмо от Алиева Валерия Султанович, Узбекистан, город Ташкент. Уважаемый Петрович, вышлите мне, пожалуйста, наложенным платежом вашу книгу «Интимные нормы и здоровье». Мне стало 73 года. По сексу мы с женой договариваемся, когда заниматься. Занимаемся в основном утром, соблюдая регулярность. Вот. Вот такое письмо. У меня есть книга А. Кривцова 1990 года о самом интимном, но там мало. Жена и жене его 54 года. Она хочет поднять уровень эстрогенов. Как это лучше сделать? Давненько я не получал писем. Давненько не получал писем. А тут сразу после моей поездки три письма. И наконец-таки из Приморского края, партизанский район, поселок Волчинец. Здравствуйте, Петрович. Прочитал вашу книгу «Основы здоровья», издательство «Генеша», 2001 год. От всей души хочу вас отблагодарить за доступную, хорошую информацию и целительную силу, которую она дает. Прошу вас выслать мне либо бесплатный каталог, либо возможность приобрести ваши книги и иным способом. Очень интересует лунный календарь, книга «Календарь. Оздоровительные советы на текущие годы». Очень нужная книга «Целительные силы трав и минералов» вашего авторства. От всей души большое спасибо за ваш труд. О себе. 71 года рождения. Жду ответа. Можно проинформировать меня о новых книгах. Буду очень рад ознакомиться с ними. Руслан. Ну что хочу сказать. Давненько не было никаких вот таких вот писем. Раньше приходило, ну, будем говорить, от 5 до 25 за день. Такое дело было. Можно сейчас ответить, рассылкой я не занимаюсь. Раз. Второе. Нового я ничего не написал.
Ну, кроме календарей, вот сейчас собираюсь календарь этот писать. Ну, пожалуй, и все. Пожалуй, и все по письмам. Читаем, теперь почитаем. А что вы пишете? Вы не подключены к интернету. Почему?